Пьяная на сцене, блондинка нашла утешение в алкоголе. Артистка рассказала о своих слабостях. Поклонники обожают Ланиту за ее откровенность и естественность. Каждый раз, когда певица общается с журналистами, она без стеснения рассказывает все новые, порой постыдные подробности о себе. Свежее интервью не стало исключением. Певица рассказала о том, что не просто долгое время было зависимо от алкоголя, но и позволяла себе небывалую для артиста вещь. Выступать перед поклонниками в нетрезвом виде. Ланита повидала, что спасалась с помощью спиртных напитков от хандры после того, как расставалась с бойфрендами. Разрывы с любимыми мужчинами артистка считала самым большим крахом, провалом своей жизни. Это было ужасно. Думаю, подобное происходило у многих. Поделилась Ланита, вспомнив, как выходила на сцену пьяная. Артистка добавила в передаче «А поговорить», что часто пила от усталости, особенно после перелета. Такие моменты на гастролях ей казалось, что она прекрасно поет. А потом, к своему разочарованию, понимала, что оплошала по полной программе. В конце концов, она перестала употреблять алкоголь перед концертами. Да и после тоже. Однако до того, как Ланита пришла к сознанию того, как важно беречь свое здоровье, которое губит спиртным никак нельзя, она на целый год стала наркоманкой. Певица не скрывает этого факта в своей биографии. По словам знаменитости, в ее жизни неожиданно появились люди, которые начали снабжать ее запрещенными веществами. Поначалу артистка считала, что в этом ничего страшного нет, но эта пагубная привычка начала негативно сказываться на здоровье. Когда Ланита поняла, что втянулась, она нашла в себе силы справиться с этой зависимостью. Ланита, которая восхищает россиян отсутствием комплексов, уже рассказывала, что страдала от малокровия и даже побывала в психиатрической больнице.